Енотовидная собака – животное величиной с малую собаку. Длина тела 65-80 см, хвоста 15-25 см, масса – 4-10 кг. Тело коренастое, длинное. Лапы короткие. Окраска мордочки. По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник очень похож на енота полоскуна. Мех у него темно-бурый, снизу более светлый, длинный и густой, но грубый. По хребту идет темная полоса. На морде хорошо заметен темный енотский рисунок в виде маски. На щеках – пепельно-серые бакенбарды. Хвост короткий, пушистый, естественный ареал енотовидной собаки. Лесные и горно-лесные области северо-восточного Индокитая, Китая, Японии и Корейского полуострова. В России она первоначально водилась только в Уссурийском крае и в южной части Амурской области. С 1927 по 1957 год около 10 тысяч енотовидных собак для обогащения охотничьих угодий привезли и выпустили в 76 областях бывшего СССР. В азиатской части страны они не прижились, но в европейской части быстро расплодились и начали расселяться дальше, в том числе в страны Западной Европы, проникнув в Финляндию, Эстонию, Швецию, Польшу, Румынию, Чехию, Германию и Францию. В 2013 году в Швеции продолжается программа по снижению в стране численности популяции енотовидных собак из России без поперечных полос. Встречаются особи с рыжим окрасом. Упоминаются и альбиносы, белый мех. Излюбленные места обитания енотовидной собаки – влажные луга с заболоченными низинами, заросшие поймы рек и приречный лес с густым подлеском. В выборе жилья она неприхотлива. Убежищами ей обычно служат норы барсуков и лисиц, зачастую жилые, реже, вырытые самостоятельно, а также ниши среди корней деревьев, расщелины скал и так далее, иногда довольствуются открытыми лёжками. Убежища нередко располагаются вблизи от дорог и деревень. Енотовидная собака деятельна преимущественно в сумерки и ночью. По способу сбора корма, это типичный собиратель, обследующий всевозможные укромные места в поисках еды. Нередко она бродит по мелководью у берегов лесных водоемов или по морскому побережью. За одну охоту в теплое время года она проходит до 70 километров, но в снегу из-за коротких лап сильно вязнет. Стоит отметить, что енотовидная собака единственная из семейства псовых, которая в случае опасности, если может, предпочитает не драться, а затаивается, притворяясь мертвой, что часто ее выручает. Прожив некоторое, от недели, время в клетке, перестает применять этот прием. Возможно, он и восстановится после выпуска в дикую природу. Питается животной растительной пищей, летом, мышевидными грызунами, птицами и их яйцами, лягушками, жуками, осенью, зерном овса, ягодами, опавшими плодами и так далее. Они брезгуют падалью, снулой рыбой и пищевыми отбросами. В зиме енотовидные собаки откармливаются, так что их масса увеличивается на 2 кг и более, и залегают в спячку. Енотовидная собака – единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку. Сон продолжается с декабря и января по февраль-март, вот теперь он прерывается. В теплое время енотовидная собака обычно бодрствует, отсиживаясь в убежище только в дни сильных морозов и буранов. Настоящей зимней спячки у енотовидных собак нет, но интенсивность обмена веществ у них снижается примерно на 25%. Многих енотовидных собак уничтожают волки, а также рысь, бродячие собаки. Массовое опустошение производит эпизоотия пироплазмоза. Иногда енотовидная собака является носителем вируса бешенства. Живут енотовидные собаки парами. Пары у них образуются еще в октябре, ноябре, поэтому гон в феврале, апреле редко сопровождается драками между самцами. Беременность длится около 60 дней. В помете 6-8 щенят, максимум, до 14-16. Плодовитость самки сильно зависит от ее упитанности и погодных условий. В выкармливании щенят принимают участие оба родителя. Молодые растут быстро и к концу осени достигают размеров взрослых животных. Половая зрелость наступает в 80 месяцах. Длительность жизни – 3-4 года в природе и 11 лет в неволе.